это осуждаю и буду осуждать, потому что я это осуждаю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Почесав лениво пузо, очень сладенький зевнув, просыпается в обед наш любимый добрый Скуф. Не спеша одев футболку, расчесав три волоска, наливает себе в кружку он парного молока. Почитает чуть газетку, поиграет со скотом. Захотел помыть посуду, но оставил на потом. Чтобы ножки не замерзли, он... Ты хоть тут бы мог бы с него сделать нормально, а то хуила бородатый. Не мог бы с него бороду бы снять, чтобы он какой-то человек, я был похож на гном. Рисует классно аниме, ты, блядь, связался с этим дебилом, который делает рэп про говно. Ну, чтобы нормальную какую-то песню рандомную бы вставил. Рандомную бы песню вставил, тебе духу. С его рэпом, позорным рэпом. Носочки натянул, завалился снова в кресло и сказал, вздохнув: я не Скуф, я не Скуф, я не Скуф, а ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф, я не Скуф, я не Скуф, а ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф. Это я. А ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф. Я не Скуф. Я не Скуф. А ты Скуф вонючий, понял? Не мешают ему крошки, те, что на ковре лежат. Вот придет жена с работы, уберет, не зря женат. Сядет, поиграет в танки, рассказав, как надо жить. Потом включит сайт для взрослых, чтоб чуть-чуть потеребить. Сходит в магазин за хлебом, купит там же колбасы. Побредет походкой томной, он вдоль леса полосы. Перекурит сигаретку, пепел на себя стряхнув. Пробубнит себе под носик, на закат взглянув. Я не Скуф, Скуф, я не Скуф, я не Скуф. А ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф. Скуф, я не Скуф. Это комплект, я не Скуф. Да. А ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф. Скуф, я не Скуф. Я не Скуф. А ты Скуф вонючий, понял? Я не Скуф. Скуф, я не Скуф. Я не Скуф. Нет, а ты Скуф вонючий, понял? Есть контакт. А какой это, а чё у него там баба-то, у этого пи***а? Какая ему баба? Мужик там должен быть. Это мои все девки, ясно? Меня девки хотят, а его не хотят. Эй, ты, никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед. И все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winter Blade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Нормальная концепция. Я не ношу очки, я чупи... Я нормальный человек, я все вижу. Почесав лениво пузо, очень сладенько зевнув, просыпается в обед наш любимый добрый Скуф. Не спеша одев футболку, расчесав три волоска, наливает себе в кружку он парного молока. Почитает чуть газетку, поиграет со скотом.
Захотел помыть посуду, но оставил на потом. Чтобы ножки не замерзли, он носочки натянул. Завалился снова в кресло и сказал, вздохнув: я не скучаю. Я не скучаю. Я не скучаю. А ты скучать ничего не понял. Я не скучаю. Я не скучаю. Дедушка, я не скучаю. Спасибо. Передай, пожалуйста, привет Сашеньке и Николае. Я не скучаю. Сашеньке, привет от Жмаки. Я не скучаю. Я не скучаю. А ты скучать ничего не понял. Я не скучаю. Я не скучаю. Я не скучаю. А ты скучать ничего не понял. Не мешают ему крошки. Есть. Те, что на ковре лежат. Вот придет жена с работы, уберет, не зря женат. Сядет, поиграет в танки, рассказав, как надо жить. Потом включит сайт для взрослых, чтоб чуть-чуть потеребить. Сходит в магазин за хлебом, купит там же колбасы. Побредет походкой томной, он до леса полосы. Перекурит сигаретку, пепел на себя стряхнув. Пробубнит себе под носик, на закат взглянув. Я не скучаю. Я не скучаю. Я не скучаю. А ты скучать ничего понял. Я не скучаю. Я не скучаю. Привет. Привет. Мои дела хорошо. Моя жаба Лида завалит. Любимая жабочка моя жаба Лида. Привет, брат. Я не скучаю. Как твои дела, Лида? Делай себе красотку. Отправила зонам. Я не скучаю. Есть как-то. Я не скучаю. Я не скучаю. А ты скучать ничего понял. Ну что, дружочек, привет, есть Зая. Не, посылочку ну, тоже забрал, хороший, мою конечно. Или еще месяцы подождем. Я к тебе в трусы рукой залез, и все там местами поменял. Это шо, слышишь, шахтерский мальчик. Юсик. Даю день и ночи, приедет Андрюха Кисель. Андрюха Кисель как приедет, так и уедет. Вот ссылка, ребята, спасибо.